Ну и мои грандиозные покупки, не побоюсь этого слова. Ну, покупки у меня за 2 дня, потому что вот из-за этой красавицы пришлось ехать еще раз. Потому что, конечно, на всех свела с ума. Вот. Она реально большая. Я померила, ну, цветочки 8-9 сантиметров. Вот это 9. Вот это, по-моему, 8. И нижняя. Но она еще не распустилась до конца тоже. Вот еще сколько бутонов. Посадка такая не свежая, я вам скажу. Сейчас. Ага, вот. То есть они держатся крепко. Естественно, вот такое куда послать. Ну, вот это просто огромные цветы. Вот вторая орхидейка. Померила 12 сантиметров. Ну, почти сингла, я вам скажу. 12 или 13. Вот тут один лепесточек заломан. Огромные цветы, смотрите. Так что... Ой, сопутницы этой орхидейки хороши. Ну, конечно, нагрузка большая получилась. Ну, это вот чуть поменьше третий цветочек. Ну, тоже такой хорошенький, крупненький цветочек. Вот с этой стороны покажу эти бабочки. Да, такая она крупная. Вот крупная. У меня мельче, конечно. Но у меня и розетка моложе. Я купила ее с 3, по-моему, листочками. Вот она растет. Вот тут еще один был цветоносик. Это вот тут 3 цветоноса, я так понимаю. Они вот сделаны на дуге. Так, где у нас розетка бабочки? Вот она. Ну вот, она огромная, в принципе. Вот. Моя малышка по сравнению с этим. Ну вот, хотели разделить, не разделить. Держится крепко. Вот оно. Вот, они не выскакивают. Это не свежая посадка. То есть их посадили давненько. Хорошо держится. Ну, поедет Блаблакаром. Такую красоту, мне кажется, преступление. Почта. Да и вообще не знаю, сколько это выйдет. Ну и как ее паковать. Поэтому. Слава Богу, поедет в комфорте, в машине. Еще раз покажу. Это красавично. Очень много заявок на нее. И раньше мне вот пишут, да я 2 года, 3, тут и все 5 лет после покупки моей вот бабочки. Все, конечно, хотят, но очень редко. Но если они бывают, то они в продажу не попадают. Вот это пришла, ну как в миксе, 3 или 4 вот таких кустика, подарочная посадка, и вот среди них оказалась бабочка. Ну, почти случайно, скажем так. И она досталась. Ой, какая. Ну, кто первый написал, да, тому и досталось. Сейчас зима, никакой очереди на бабочки, тем более, что вот бабочки сейчас привозят. Вот еще у меня очередной лиловый дождь. Так, сейчас я... Или давайте я сначала покажу Джулию. Джулию тоже очень долго ждали мы. Ее ждет напарник сингла. Наконец они пришли. Ну, они вот тут без палочек, без поддержки. Но очень красивые такие мощные розетки с детками, с растущей вот, с растущим листиком. Покажу, посмотрите, какая красота. Вот. Растущие корни, полный горшочек корней. Конечно, качество очень отменное, но цена такая высокенькая. По-моему, раньше они были дешевле, но качество... Вообще невозможно пожелать лучшего. Качество очень хорошее. Вот с этой стороны еще детка. И уже с корнями, по-моему. Вот я ее даже не могу в кадр собрать. Шикарная орхидейка. Джулия. Долгожданная, очень долго. Наверное, месяца 2 или 3.
как я ее ищу. Еще раз покажу прекрасные корни. Ну, это вот услада для архамана. Да, вот посмотрите. Все бы наши орхидейки были с такой корневой системой. С такой розеточкой. Ну и да, вот наши пилорики бабочки. Ну вот что хочу сказать. Мне тоже говорят, мы бабочек хотим. Ну, я сразу показывала, что это пилоры, вот строго говоря, но они раскрытые. Видны защипчики. Ну вообще вот форма, видите? И те бабочки, которые я показывала, они то же самое, только у них было чуть больше раскрыты вот эти лепестки. Поэтому их бабочками называем. А вообще форма пилора, конечно. Но, вот смотрите, есть тут маленький пилорик тоже. Это напарник вот белых орхидей. Вот, видите, вот классический пилорик, он закрыт. Вот. У него лепесточки внутренние закрыты. Хотя там тоже есть защипчики. Видите, такая красота. Если бы он вот так раскрылся, был бы цветочек намного красивее. Ну, покажу заранее. Тоже вот розеточка. Ну, корневая не столь шикарная, как у Джули. Но хорошая. Мокренький. Ну, он поедет тоже машиной. Поэтому, ну, подсушу, конечно, до выходных. Вот. Вот это пилор. Я уже с чистой совести назову его пилором. А вот эти распущенные... Ну вот, как, бабочка пилор. Ну, вот этот еще не распустился, вот чисто пилор. А вот здесь они как бабочки раскрыты. Ну, кто, какой цветочек больше раскрыт, какой меньше. Тут оказалось 3 цветоноса. Но я вот их немножко распустила, отколола от палочек, потому что они очень были плотно слеплены. Они немного еще вот как бы прижаты друг к другу. Еще до конца не распустились. Ну вот, пожалуйста, вот это почти бабочка, почти распущенная. Ну, там есть еще такие цветочки, конечно, но, как вы понимаете, их выбирают и выбирают. Вот я выбрала. Ну и попышнее. Вот еще отдельная веточка. Вот они, почти распущенные бабочки. А вот эти пилоры, они не распустятся до конца. Тоже мокренькая, нужно сушить. Ну, вот корневая здесь получше. Ну, я думаю, еще можно выбрать, я не знаю, один, два, там сколько их там. Еще стоит достаточное количество. Но с каждым разом, как вы понимаете, выбор становится меньше. Конечно, все хотят бабочками, все хотят крупными пилориками. Ну, вот эту я там из серединки вытащила. Посмотрели мы там с моей знакомой. И выбрали самый такой красивенький. И это просто я разговаривала с хозяйкой этого цветочка. И она вот говорит, хотелось бы бабочку. Ну, вот они, такие бабочки-пилоры. Они такие и есть. И были. Ну, просто кто-то больше распущен, кто-то меньше. Бабочек как таковых так там и не было. Вот. Чтобы вот... Вот такая форма бабочек нет. Я думаю, он не хуже бабочки. Тоже лепесточки распущены. Защипчики видны. Пышный кустик. Вот этот раз попался даже на 3 цветоноса. Такой красавчик. Что хочу сказать, конечно, орхидеи нас завораживают, сходим с ума по ним, но все-таки, девочки, мальчики, кто живет далеко, да сейчас, наверное, декабрь, начинаются заморозки у нас в Краснодарском крае, поэтому заказывать не стоит, кто живет далеко. Я вот как-то не уследила, да, девушка прислала денежки, все, но оказалось, что она живет в Москве, где уже морозы, уже обещают минус 19, ну вот куда? Я ничего не могу сделать, не сохранить их, не отослать, если вы из таких регионов закажете цветочек. Ну, это да, я тоже вот как-то проглядела, что человек живет далеко.
Ну вот есть у нее возможность найти машину вот Блаблакаром. Это вот спасение, хотя тоже как бы как повезет ей доехать. Очень жалко будет, конечно, этот цветочек, если с ним что-то случится в дороге. Но мы надеемся, да, с машины на машину их встретят. Конечно, я упакую в коробочку. Но это такая морока и беспокойство, что лучше не надо, лучше подождем до лета. Конечно, я ее сняла просто полюбоваться. Я не думала, что ее кто-то купит вот так, потому что цена тройная, как вы понимаете, за такой кустяра огромный. Ну вот, тем не менее, нашелся. Ну, хотя я вам скажу, что еще просили, еще бы купили, но она одна, и так далеко не надо покупать, кто живет далеко. Не надо покупать. Сейчас наступает зима, даже у нас в Краснодарском крае, поэтому уже отложим такие покупочки до весны. А вам спасибо за просмотр канала Ирина Цветики. Всем добра и позитива. До свидания. Пока-пока.